В Чиланзарском районе начало свою работу иностранное предприятие Metal Tech Construction по производству металлических конструкций. Завод также производит алюминиевые профили, сэндвич-панели, изделия из пенопласта и занимается обработкой стекла. На предприятии, созданном в целях исполнения указа президента Республики Узбекистан о дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных инфраструктурных проектов в 2018-2019 годах, могут выпускаться и другие виды строительной продукции. В зависимости от необходимости. В настоящее время три цеха были введены в эксплуатацию на более чем 5 гектарах земли, отведенной для завода. Было создано 325 рабочих мест. Скоро их станет еще больше. Совместно с китайцами создали предприятие, иностранное предприятие. Вот в течение года этот завод мы уже построили. Месяц назад уже завод полностью уже работает. Так как у нас продукции выпускаем металлоконструкцию, стекло и сэндвич выпускаем. Мы 3 миллиона инвестиций уже выполнили. Предприятие создано с привлечением иностранных инвестиций и оснащено самым современным оборудованием и технологиями в области строительства. Вся работа ведется в соответствии с планом, разработанным китайскими специалистами. Коллектив у нас очень дружный. Мы работаем вместе с китайскими операторами, тоже мастерами, делимся опытом. И у нас все вместе хорошо получается. Вроде и производство, и продукция у нас хорошая. С каждым годом строительные работы становятся все масштабнее. И развитие местных строительных компаний может помочь сократить импорт и обеспечить строительство отечественными, качественными и недорогими материалами.